Lane Coleman, British architect, the main architect. Рой, Йон фон дер Ройен, специалист по культурному наследию. Для нас очень важно проведение именно вот этого образовательного воркшопа. Как и любой город с этим сталкивается, и Казань со своей тысячелетней историей, безусловно, не исключение, когда наше здание, историческое здание требует нового осмысления, новых подходов. Наш выбор объектов не случайен. У нас есть такая мечта, это преобразование бульвара улицы Фаткулина, который был презентован Рустам Нургалиевичем Минихановым, он ее поддержал. Однако там есть такой небольшой вопрос, как соединить бульвар у Фаткулина с Кабаном, который сейчас тоже получает свое второе перерождение. Поэтому мы выбрали там объект, баню. Она очень большая, но что с ней сделать, собственник не знает. Как ее иначе на нее посмотреть, иначе взглянуть, преобразовать нестандартным каким-то решением. Второй объект – завод Крестовниковых, бывший маловаренный, потрясающий объект. Находится на очень сложной территории, Вахитовская площадь. Это, по сути, транспортная большая развязка, промышленный в старом городе Новотатарской Слободы, который также граничит с озером Кабан. И вот эта вот связка, вот эта сцепка, она крайне важна. И поговорив с реставраторами, которые работают на этих двух объектах, мы поняли, что наша выставка и наши голландские коллеги, которые в течение всей недели будут над этими объектами думать, как нельзя кстати, на самом деле. И мы привлекаем казанских реставраторов, которые работают над этими объектами, к нашему воркшопу. Они будут выступать у нас экспертами. И в конце мы надеемся получить три разных уровня проекта. Это работа над самим локальным объектом, работа связи с районными и окружениями и градостроительный уровень. То есть это такая очень разноструктурная история получится.